Здравствуйте, друзья! Я Шолджахан Шердилов. Хочу ответить на некоторые вопросы, которые в последнее время мне задают. Подводя итог, хочу озвучить вам главную причину того, почему мы остались с этим продуктом, с этим маркетинг-планом и провели небольшой ребрендинг. Если бы я в 2016 году, несмотря на протесты и отказы моего бизнес-партнера и одновременно моего наставника Николая Ли, не завез бы этот проект в Узбекистан, ни один узбекистанец не узнал бы о проекте Beverly. Ни один узбекистанец не узнал бы о продукте и финансовых возможностях проекта. Я на протяжении 4 лет своим кропотливым трудом создавал команду, обучал, мотивировал и вывел эту команду к грандиозным результатам. К результату, который в истории сетевого маркетинга не имела ни одна страна Центральноазиатского региона. Благодаря этому в одном только Узбекистане насчитывались более 70 тысяч пользователей этого продукта. На протяжении 4 лет изо дня в день я влюблял людей в этот маркетинг-план. И в конце концов, будучи соучредителем проекта, а также как человек, который стоял у истоков создания компании и выдержавший все трудности на пути к успеху, имею полное право оставить себе бизнес-инструменты. А теперь скажите, как я мог отказаться от важной части своей жизни, от всех трудностей, от взлетов и падений, от своей истории? Я с моими друзьями, с теми людьми, которые мне поверил, мы вместе создали эту корпорацию и остались, улучшили наш маркетинг, улучшили качество продукции и улучшили систему. И создали грамотную корпорацию, которая всем, каждому человеку, независимо, где человек проживает, независимо его профессии, опыта в сфере нетворк-маркетинга, независимо какого пола, религиозность, неважно, у всех одинаковая возможность, одинаковый шанс достичь с нами вместе больших результатов. Только чтобы вы этого захотели. Друзья, я постарался объяснить вам, ответить на ваши вопросы. В следующих видео обязательно мы с вами еще увидимся. Я отвечу еще на другие вопросы и постараюсь передать вам все информации достоверно с помощью наших каналов. Будьте всегда с нами, в наших кругах, вместе с нашей системой, с нашей командой, ведь в Beverone мечты должны сбываться.